Казахстанские зрители стали чаще смотреть отечественные фильмы. Да. Их доля на рынке кинопоказа увеличилась вдвое. По информации кинопрокатчиков, некоторые премьеры нередко попадают в тренды и становятся более кассовыми по сравнению со многими зарубежными кинокартинами. По их подсчетам, к концу этого года доля казахстанского контента в кинотеатрах возрастет до 40%. Лидирующие позиции традиционно занимают комедии. С начала года в прокате побывало уже 30 полнометражных картин казахстанского производства. Доходы превысили 7 миллиардов тенге. Каждую неделю стараюсь ходить в кинотеатры, так как нахожу в этом какое-то свое расслабление. Из казахстанских фильмов мне нравятся комедийные фильмы, они очень интересные. И, в принципе, юмор такой очень даже прям прикольный, скажем так, понятный. К примеру, если мы пойдем в казахское кино там с комедией, мы потом осуждаем, к примеру, юмор казахов, также... говорим что-то по типу, о, то же самое и у нас в семье происходит, примерно, жизненные ситуации и так далее. Это как бы дает тебе чувство родного, что это будто сближает тебя с культурой. И узнаешь иногда то, что раньше не знал. Казахстанское кино отлично оценено, да, на высшем уровне. Комедия больше нравится, да, которые веселят, поднимают дух казахский. Воодушевленность какая-то, рад, что казахскую культуру узнают во всем мире. Благодаря кинофильмам также. Ну, я предпочитаю фильмы в качестве отдыха, ну, потому что фильмы – это хороший просмотр, как этот. И оно получается, также получается удовольствие, и эмоции вызывает, и ты получаешь отдых.